Накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда на перекрестке улицы Лермонтова и Менделеева произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель «Лада Приора», двигаясь по главной дороге, не успел затормозить перед поворачивающей не по правилам десяткой. В результате аварии у десятки оторвало бампер. Оба водителя не пострадали. Тем не менее, авария спровоцировала небольшую пробку в Краснооктябрьском районе. Будьте внимательны на дороге и берегите себя. В ближайшие выходные в наш регион придет непогода с дождем и шквалистым ветром. Дальние поездки по области лучше отложить до более солнечных дней. Диана Бакулина, телеканал «Волгоград-1».